Путешествия во времени еще не изобрели. Но изобретут через 30 лет. Я один из многих специально обученных киллеров из нашего времени. Нас называют стирателями. Если мафии в будущем нужно избавиться от человека, они отправляют его ко мне, а я стираю его из жизни. Стирателям платят много. Мы отрываемся по полной. Правило одно. Ни в коем случае не дать жертве сбежать. Даже если цель — ты сам. Я все исправлю! Я найду и убью его! Фильм Райана Джонсона. От всех этих перемещений во времени мозг поджаривается, как яичница. В ролях Брюс Уиллис, Джозеф Гордон-Левитт, Эмили Блант. «Петля времени».